Ну и сразу, без передыху, продолжаем. Надо сохраниться, наверное. И назвать новое сохранение. Я теперь... голубой. Отлично, просто отлично. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Горн! Привет! Не обращай внимания на мой цвет брони. Так, возле старого лагеря встретил Диего и Мильтона. Возле старого лагеря встретил Диего и Мильтона. Представляешь себе? Хорошие новости! Они хотят встретиться с тобой и с Лестером. Там же, где и всегда. Спасибо. В наши времена нет ничего ценнее друзей. Ты уже почти стал одним из нас. На тебя можно положиться. На тебя можно положиться? Что ты теперь собираешься делать? Придется пересмотреть всю нашу систему обороны. На это потребуется время. До тех пор, пока не подтянется Ли со своими ребятами, я присоединюсь к отряду Корда. Не собираетесь в контратаку? Пока еще нет. Но дай срок. Если я тебе зачем-то понадоблюсь, иди отсюда по направлению к шахте. Я буду там, на страже. Окей. Ты, главное, не нервничай. Кстати, можешь арбалету обучиться, если хочешь, у Калаваларна. Да нах надо. Нефариус, хватит пускать всякое говно. Так, парень, мне нужен торгаш. Привет. Торгаш, я рад, что ты теперь с нами. Я ранен, можешь мне помочь? Не надо, я не ранен. Тебе показалось. О! Лабораторный флакон, ценность 3. Еще это. Можешь подходить и тоже делать вид, что ты готовишь. Неинтересно. Что у тебя еще есть? Есть какие-то зелья на прокачку? Нет? Нет. Ну блин, у меня зелий хватает. Тебе могут даже продать зелья вот этих вот резкости. Нет, зелий у меня хватает. Спасибо. Если ты ранен, да, я вылечу тебя. Ну ладно, лечи меня. Только давай без уринотерапии. Музыка такая эпичная, как будто реально уринотерапией занимались. Так. Где у нас следующие пацаны? Так, привет. Вы все читаете книжки? Начитанные, наверное. Да иди к пацану. Да блин, у кого там торговля? Один внизу, который ходит мах. А, да-да-да. А у этих пацанов нет торговли, да? Ну ладно. Я иду к торгашу! И еще один торгаш сбоку, если помнишь, сидит. Где волк сидел? Да-да-да, вспомнил. И с волком тоже поговори. Сейчас, Кронос, привет. Ты принял правильно. Теперь ты один звон воды, да-да-да, давай торговать. О, Сатурос сказал, что ты приготовил для меня награду, давай. Сатурос сказал, что ты приготовил. Получено руды 1000. Как хранитель руды, надеюсь, тебе она... Обманул мужика. В смысле? Я не знаю, он говорил ради что-то такое. Я не помню уже, может это с прошлых каких-то квестов. А, у него ничего нет. Ну, это все как книжки. И куча жратвы. А где его магия? У меня тут мои проданные вещи валяются. Класс. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Что-то нифига у него нет интересного. У магов огня были самые классные штуки. Подожди, а нету у него в этот волна, ледяная волна есть у него? Потом, мне надо сейчас поторговать с кем-то. Блин, а с кем-то торговать, может, я уже забыл. С тобой? Не, там торгаша выше, же выше, запинал. Выше. Я же запинал какого-то торгаша. Так он живой все равно. Я знаю, но у него, наверное, сейчас ничего нет. Да, должно быть. Новый уровень. Хоть и новая глава, но все равно что-то... Бастер. Закончи, не ты. Бастер, это тебя ловкостью обучился. А, паркур? Паркуру, да, обучил. Оп. Вор-вор. Хоть и воры, но, блин, более организованные. Так, шарки. Поздравляю. Поздравляю. Мне кажется, надо. Мне что-то надо. А, да, отрезалось. 800 руды. Давай сразу все сюда. Ну, или можешь просто избить. Не, я не такой. Я больше таким не занимаюсь. Во-первых, продать ему... Блин, ну... Рясу свою продай. Это да, но, блин, у меня больше ничего нет. Давай себе отмычки, там, не знаю, винца давай. Я просто не знаю, ему больше нечего продавать. Точнее, ему нечего дать мне.
1000, да? Давай я тебе отдам. Сырка дай ему или еще что-нибудь. Да, да, такого придется давать. Риса давай. Опять. Что там двоечку стоит? Яблочко на тебе еще одно. Все равно они бесполезные. Ничего не усиливают. Херово с торгашами тут, блин. Привет, пацаны. А мне что, он не нужен? Так, что мне еще надо делать? Некромант, понятно. А ну, встреча. Слышишь? Покажи. Мне надо с той стороны идти. У тебя огненный шторм есть? Кстати, да. Надо провести реорганизацию в магии. Ты же покупал его? Да, есть. Ну, вместо огненного огненный шар убрать, огненный шторм. Молния. Четвертого, кстати, левела. Но она немножко по-другому бьет. Ледяная глыба. Так, портал убрать. Давай, молния. Семерка. Че семерка, блин? Да, пятерку. Во. Свет на семерку, допустим. Шаровая молния. Кулак ветра. Удар света. Так, надо захватить зелька. Нету ледяной волны. Еще раз посмотри у мага. Так, у меня, кстати, 5 очков. Я могу на 5 повысить магию. Подожди. Повысь. Сейчас, только это надо 5 идти к Сатурусу, наверное. Нет, тут этого же пацана. Кронос? Ну да. Универсальный пацан, иди сюда. У него все есть. А, да, отлично. Я могу. Давай, 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 на плюс 5. Отлично. Так, теперь у нас итого магии 51. Неплохо, можно зельки на 50 хавать. 1 на 30. А на 50, то есть на 30 можно продать. Посмотри, есть у него огненная... Ой, я говорю, огненная волна. Ледяная волна. А нафига она нужна мне? Ну просто удобная штука. Сейчас глянем. Так, огненный шторм, исцеление, ледяная глыба, ледяная волна. Вот возьми ее. 5 уровень, кстати. Ну, 1100. О, чувак, я знаю, что тебе можно тебе допихать всякого говна. А, ты тут ледяную стрелу можешь сразу ему продать, которую... Блин. Она бесполезная. Что ты сделал? Ну, денег нет. Перебор немножко. Да, чары, огненный шар продать. Ледяная глыба, наверное, тоже продать, да? Ледяная глыба? Не, оставь, это более-менее еще. Телекинез, порталы оставить. Шаровая молния, наверное, тоже убрать. Ну это как знаешь. Я ей пользоваться вряд ли буду. Чары. Что за чары? Это гипнотизировать пацанов. Ой, иди нахер. Мне только не нравится. Огненный шар, свитки давай ему продаем, исцеление. Зачем? А что, зачем ты ему столько всего продаешь? Не знаю, что-то много, что ли? Блин, реально много. Это было не слишком много. Что-то... Ты уже с помощью всех предметов уже перебор сделал. Я заметил, блин. Скотина, гони мне деньги. Дай превращение там, дашь мне. Ледяная стрела, 152, неплохо. По 50 стоит. Ай, жуков. Так, шершни возьми, чё уж там. А, посмотри, сейчас. Это лункер есть, этот, как его, не лункер, это как его. Шнык, да. Есть. Вот купи, понадобится. Ок. Парочку хотя бы. Ок. Блин, давай мне еще что-нибудь там, жука, например. Еще жука. Давай еще жуков. Хорошо. Так, что еще? Ты мне можешь дать. Вино! Гони мне вино, сволочь! Не спрячешь от меня вино. 78-79. А, на тебе, одна руда. Я не скупой. На самом деле скупой. Так, задание. Что делать надо? Мне надо еще найти пацана. Лестер. Ну, можешь найти. Хотя, не знаю, по пути, не по пути к Сардосу. Тут так, хроманин. Че хромантин, это потом. Вот так. Я не помню, что в новом лагере. Ну, то есть, в этой, в старой шахте. Можно туда сейчас пойти или нельзя? Блин, мне говорят, иди сдувать пыль. С книжек в библиотеке. Что там написано? Изучи библиотеку? Типа того. А ты уже ее изучил, можешь бежать. Там просто будет написано про трех монстров.
У тебя эти книги, ну либо ты уже их продал, либо... Алабасы связи с магическими созданиями, ля-ля-ля-ля-ля, да, я понял. Так, маг, земля хорков, да? Да. Это надо на выход валить. Шрайк, ты кто такой? А, ну ты просто здесь... Понятно. По миссии можешь в этом доме очутиться, ну, избить его, правда. Отлично. Как дела? А потом спросить у него, да? Нет, не на самом деле, вот ты когда вступаешь в новый лагерь, где мне жить? Он говорит, а он там типа новенький, говорит, там прибивает. Говорит, можешь побить его и типа и поселиться в его доме. Ты такой, ок, взял, побил. Ок. Ок. Почему бы и нет? Побил, получил опыт, сказал, что ты пацана побил, и тебе сказали, о, молодец, ты свой парень. И так ты вступаешь в новый лагерь. Ну, один из квестов таких вот, мини-квестов. Я понял. Что-то мне теперь этот новый лагерь больше нравится, чем старый. В старом ГМС конченый какой-то. Всех убил магов. Ну это до хера! Прям как добрый жук. Не, ну реально, конченый какой-то, нахера их убивать? Они тебе сказали, что не надо так делать, ну и хрен с ними. Запри их в башне, пусть там сидят, в своей башне. Парни, ну меня может выпустите? Дерни лебедку. Ну, наверное, да. Времена, когда... Ничего не скажете? Ничего не видел. Я ничего не видел, но молодец. А... Хреновая лебедка у вас, парни, она не работает, кажется. А, перелезь просто, вон там лестница есть. О, вроде открылась. Это стандартная лебедка. Надо было несколько раз. На-на-на-на-на. Так, земли чертовых орков. Вспомнить бы еще куда бежать, наверное, сейчас направо надо будет, да? Ну, тут два варианта. Кстати, пробегись, знаешь, где ты был? В начале, в самом, ну, игры ты спускаешься по дорожке, и там такая как бы... Да-да-да. Убиваешь двух падальщиков. Ну, туда подойди. Блин, туда подойди. Вспомни, дай мне, где это вообще находится. Ты правильно бежишь. Я помню, это в верхней части. Да, надо еще через мостик. А ты, я помню, ты мне в самом начале говорил, там, типа, какая-то хрень секретная, куда можно залезть, да? Ну да, я просто забыл за нее. Да, я тоже как-то забыл, я думал, потом туда вернусь. Но всегда как-то потом события начали развиваться, игра начала затягивать себя, и все, и забыл. Можешь по реке поплыть. Нет, спасибо. Кстати, а ну еще, подожди, побеги и налево побеги. Классно я объяснил. С левой стороны от шахты посмотри, что есть. Да, да там вроде ничего нет. Может мне, блин, в шершня превратиться? Как-то медленно я бегаю. Ну, превратись в шершня, у тебя их все равно там до хрена ты накупил. Ну да. Я ж об этом. 8, давай. Давай! Покажем мощь мега-скорости. А я буду ходить через шифт. Шапочек. Еще быстрее. Вот тут облети, да. Мне интересно, здесь тролль появился, или он после чего-то другого появляется. Нету тут тролля, нету? Нет. Так, ну ладно, да-да. Ну вот тут старая хрень. Ну тут типа обвал, все такое. Ну типа тут все как и обычно. И ничего не поменялось даже. Ну а что делать? Там просто закрыта калитка и все. Так, я вроде правильно иду, да? Ну да-да. Точнее, лечу! Я же пчела! Кстати, по-моему, по воде ходить будешь, когда шифт нажмешь. Читы! Ладно, не совсем. Ну, в принципе, так шершня можно и к тому Лестеру пригнать, к той, к тому монастырю или что там, башня какую-то наследовал. Ну да. Так, я правильно? А, да-да-да, правильно я помню. Тут были падальщики. Так, пацанов тут только не... Чтобы пацаны на тебя не вылетали. Чёрт, да, они могут. У меня нет подходящего оружия. Смотри, вот тут... Чё, они начали убегать. Бояться, ты сильно большого уровня. Какая-то пчела. Не, обратно, на реку спустись. А, солнце в глаза светит. На реку спустись. Ну и? И ползи к этой горке. Горке, которая... Ты убил двух падальщиков. Молодых. Нет, не к этой горке. Чего? Не к этой горке. Противоположной. Я вообще не понимаю, так, я сейчас остановился, я смотрю на эту горку, на которую я залазил, вот куда? За спиной у тебя. Вот это что ли? Маленькая такая она. Пригорок даже, бы сказал. Вот, стань, плато? Кстати,
Оно проверит на shift, shift на речку. Да, по воде ходит. Ну короче, здесь надо нырнуть тебе. Блин, здесь это где? Ну, ты да вот только что пролетел там. А, я вижу, 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 там что-то есть. Ну, давай пацана превращаться. Поплыли. Да, не-не-не, вынырни. Секреточка. Ну и что тут? Ищи. Я же только грибы. Книга здесь. О, должна быть. Боевой посох! Кольцо! И все. Странно. Да. А книги здесь нету? Нет, может, ты перепутал пещеру? Ну, по крайней мере, ты в самом начале можешь сюда попасть, что они как. Ну да, взять кольцо и боевой посох. Потому что здесь у тебя, ну как бы, с дыханием все нормально, так что за кольцо, кстати. Что за посох, мне интересно, на первом. Кольцо озарения вроде. Да, вроде кольцо озарения, у меня такого не было. А бонус к мане, бонус к жизни по 15. Неплохо. Неплохое кольцо, действительно. Да, вначале это вообще обалденное, наверное. Боевой посох, урон 17, силы 9. Тоже отличная штука. Просто палка такая, для драки. Как бы, почему бы и нет? Вполне себе неплохо в начале. Так, а теперь вопрос, куда мне? А может возле вот этого камня, а ну посмотри, вот это вот оббегит этот камешек. Маленький? Да нет, нет, этот, куда ты первый раз бежал? Ну ща поглядим. Я помню, что тут где-то здесь появляется. А что за книга? Ну, вот этот, как эта книга называется? А, вот эти вот. Романины эти вот, да. Сейчас я тебе точно скажу. Нет. Нет! Хроманин, да. Все правильно. У тебя хорошая память. Так, давай с левой стороны сначала. Ну, как сказать. Почти ничего нет. Оббегай, оббегай по кругу. Так, тихо. Давай без вот этого. Тебе так хорошо плавается. Что, плохо становится пацану, да? Не, просто он начинает ходить очень медленно. Меня вот это бесит. Ныряй. О, книга. Есть, да? Но... Только она не под водой, а прям... Ну, хреново. Хроманин. Хроманин 3. Её ж не было, она появляется всё-таки. Да я понял, 500. Ну, нормально. О, боги, за что же я, простой смертный, удостоился чести получить столь великое наследие? Меня страшит одна мысль о том, что я могу вновь... не так. Что я могу вновь это потерять, совершив недостойный поступок. Мудрый рыбак время от времени ищет удачи на другой стороне озера. Ага, это типа отсылка. Подсказка тому, где следующая книга. Ну да. Ну это типа в лагере тех... в этих... Ну я тебе говорил, да. Так, а что мне сейчас сделать-то надо? А ну, кстати, ну, попробуй сохранись и попробуй шершнем как все-таки перелететь в тот лагерь. Вдруг у тебя получится. У меня получалось. Ой, то нафиг оно надо? Я понимаю, что там куча лута, но нафиг оно мне просто надо? Мне так хорошо просто идет. Попробуй. Это будет... Нет, я не хочу. Просто... Но все равно бери шершни и лети. Просто... Тебе просто нет вариантов, да? Да. Так, и в любом 6. Случае шершни брать. Не то. Ну вот прямо вот, на забор, если направишь, по идее он перелетит через забор. Насквозь, что ли? Нет, он через верх летит. Слушайте, забор. Смотрите, я Иисус. Я шершень Иисус. А, не ожидали? Я могу еще помочить свой пенис. Да не пенис, это жалко. Ничего страшного, может у них это пенис. Откуда ты знаешь? Он тебе пенисом тыкал тогда. Может быть. О, ля, прикольно. Ля-ля-ля. Я же говорю. А дальше что, тоже в решетку? Ну а попробуй, кстати, так как-то перелететь. Я в тупую как-то так вот очень быстро перелетел, такой тю такой. Лол, думаю, ну и нахрена здесь решетка. Ой. Загрузиться. Пацаны напали. О, чёрт! Далеко очень. А, чёрт! Я ж не сохранился. Молодец. С кем я поговорил? Привет! Со всеми, наверное. А, боже мой! На-на-на-на-на-на-на! Быстрый разговор. Так, Сатурас, дай мне нормальную броню, во-первых. А, ты мне уже её дал, по идее, да? Да, по-моему, да. Блин, вот это вот, конечно, западло. Лети шершнем, лети туда, давай!
А, блин. Так, если бы ты умер я потом, вряд. Было бы еще хуже. Ну да. Так, я ранен, давай, лечи меня, покажи мне, что у тебя есть, у тебя ничего нет, молодец. Делаем все так же, как и было. Да, все, вали, покупай. Скажи, что ты награду должен и все такое. Да. Сейчас к нам посылу надо подойти к Хроносу. Джеронимо! Опа, не ожидали? Я тоже не ожидал. Паркур. Вот, а вот сейчас он залазит на уступ, а тогда он не залазил. В чем прикол? Я не знаю, Калич! Чем это связано. Потому что он Калич, я знаю. Принял. Так, ты принял верное решение, теперь я приму еще более верное решение. Я хочу увеличить уровень своей магии. На 5, пожалуйста. Будьте добры так. А, награда, да, 1000 руды. Ну и, естественно, торговать. Ибо кто я такой, чтобы не торговать? Так, что мне тебе надо, во-первых? Не во-первых, а вообще. Так, ледяная глыба. Нет, 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 еще раз нет. Молния. Угу, прикольная штука, наверное. У тебя есть. Трансформация в шершня, давай. Далее, трансформация в шныга, ты говорил. В жука давай. И ледяная волна. И все. Сейчас поищем, где она тут у него завалялась. А сам внизу. Стоп, у него нет уже. Нету? Руны нет. Они что, заново спавнятся? А, не есть. Тю, блин, что-то я гоню. Так, 2300. Ха, чувак, ты не знал, что ты мне будешь деньги отдавать, а не я тебе? По большому счету. На тебе мечи там всякие говняные. Ап, D500. Ну, блин. Там еще превращение в кого-то там. Там превращение, не знаю, в падальщика. 535, 525. Хорошо, я тебе еще десятку так докину, ты думаю, не против? Ой, стоп. Что-то я перебрал. А, нет, все правильно. Я уже гоню. 5. Все честно. Так, сохраниться. Угу. Далее. Ну, за книжкой, конечно же, мы сгоняем, но потом... Куда мне там? Мне надо найти того чувака, чтобы выполнить это задание. Короче, бери шершень, сейчас тебе покажу короткий путь. Не, сейчас... А, кстати, у тебя карты новой нету? Лестер и Гор, какой карты новой? Ну, тебе не дал там карту, типа, где найти пацана? Ничего там он не сказал? Ну тогда ладно. Будем так искать. Страница дневника. Чё тут, кстати, за дневник? День 169. Я перепробовал все средства. Самая лучшая сталь не оставляет на тролле ни царапины. Стрелы попросту отскакивают, будто шкура у него из камня. Но сегодня я сделаю это, я уверен. Боги благоволят ко мне. Я использую магический свиток, который купил в Харинисе. Он обошелся мне всего лишь 50 монет. Но, как только я проверну это дельце, расходы с лихвой окупятся. Сегодня я убью тролля. Чувствую, учитывая то, что я читаю твое письмо, мне кажется, у тебя не особо это получилось. Так. Надо валить из этого лагеря, короче говоря. Тут уже неинтересно. Да бери шершни и погнал. Ну, сейчас они же меня будут летать, а там еще это... Лебедка. А там можно по реке пролететь, не обязательно через лебедку. Там... Но я хочу как нормальный цивилизованный человек, через ворота. Ибо до хера эти ворота строили вообще. Я могу теперь на 4 лапах. Зачем мне шершень, если у меня есть 4 лапы? Все нормально! Оп! 4 лапы решают. Так, открыть дверь, я сказал. Ты не должен верить. Эй, ты. Я еще не трогал, двери сами открылись, не поверите. Так, шершень. Они их еще и закрыли, ах, сволочи. Так, стоп, надо, во-первых, манку пополнить. И сделай, чтобы у тебя был огненный шар, все такое. А, да-да-да. Поменять руны. Ну да. Так, огненный шар убрать, огненный шторм взять, и глыба нафиг, волна сюда. Ну а давай на пятерочку, наверное.
На восьмерочку свет. ТП к магам воды убрать. А, у меня еще кулак ветра экипирован. Я думаю, что за прикол? Спрашивают, какие еще прохождения будут. О, кто-то в чате? Здрасте! Я не знаю, возможно, это давно написали. Да? Ой. Я даже сам гляну. Я просто не верю, что кто-то что-то пишет. Реклама шарарам, стань смешариком. Черт. Какие прохождения будут? В ближайшее время, либо вообще? Если вообще, то зайди в группу ВКонтакте и посмотри обсуждение будущее прохождение. Что как бы намекает. А если в ближайшее время, то не знаю. Пока Готика и Warhammer 40 000, Dawn of War, Winter Assault. Трансформируйся в шершни. Да, ща. У меня пока времени просто нет на новое прохождение, вот. В чем прикол. Чтоб быстрее было, я тебе скажу. Хорошо! Направо поворачивай. Куда? Прям на реку? Прям на реку, через реку. Рак. Да, рак. Внезапно, да? Я Иисус! Ладно, хватит, это все так поняли. Кстати, там внизу что-то есть. Или нет? Не, просто скалы. Тут вода, вода просто очень прозрачная, поэтому все видно. Грязная просто, как в Азовском море. Ну, в Азовском море вода не прозрачная. Так, куда мне туда? Не, грязная. Ну, вот прямо туда и вали, как вот ты как туда смотришь. По-моему, не проблема этим животным. Куда-то прилететь? Ну да. Давай. Это вообще животное? Насекомое, скорее всего, даже. Скорее всего, да. Просто сильно большое. Но так, тыкаешь. О, башня, кстати, башня. Впереди какая-то там. А, то это. Старый лагерь. Куда мне лететь, блин? У меня сейчас карты нет, а я... Ну, лети к старому лагерю, потом повернешь направо, вот и все. Кстати, ты пацанов не перебил, не знаю, будешь их добивать, не будешь. Каких пацанов? Ну, как, которые возле входа стоят. Возле основного? Да-да-да. Да нафиг они нужны? Опит. Да пусть стоят, опыт мы получим. О, ты правильно летишь, вот по тропинке. Ага, вижу, вот. Тут два пацана стоят, которые в меня 100% влетят. Конечно. Пришел. Я уничтожу тебя, черед. Монстр! Никакой пощады. Да-да-да-да-да. А куча, ох, ети твою налево. А, чё ты, ну как бы, вернись, что ли, я не знаю. Нет, а мне так веселее, а я тут сколько противников, ты видел это вообще? Ну, я ж как бы проходил чуть-чуть игру, поэтому да, знаю. Но у тебя есть сейчас шторм, это очень классная штука, сейчас сам убедишься. Ну, знаешь ли, тут слишком много парней даже для шторма. Нет. Ты видел, сколько их там? Видел, видел, перебей вначале. Чтоб тебе не мешали, там есть сундучок, там что-то в этом сундучке есть. Пацаны? Полезные стражники, да? Да-да-да. Кастую, кастую. Да вообще! Больной или как? Нормальный? Все в порядке? Куда заряд полетел? Вот и сейчас они будут меня бить, и мне будет больно. Бум! Ого, убил. Ой, мана закончилась. Погоди, погоди, сейчас все будет хорошо. Оп! И второго пукан подпалился, видишь? Момент... У меня попадает! Да не попадай в меня! Иди сюда, короче говоря. Ублюдок, мать твою, сам тебе сейчас буду мочить. Вот и все, отдыхай. Вот тебя оставлю живых, потому что ты был слишком наглым. Но все равно у тебя все заберу, чтобы ты ничем не мог драться. А твой товарищ был слишком глупым, поэтому он умер первым. Ля-ля-ля-ля-ля. Сундук. Так, что у нас тут? Отмычка, пивко! Есть, пиво! Зелье хоть есть? А, нихера нет, вот черт. Я что-то думал, что тут что-то полезное есть. У меня даже не будет времени пожалеть об этом. Ты убил одного из наших. Парень, серьезно? Отдыхай. Иди дальше спать, у тебя неплохо это получается. Смотри, можешь держаться по левую сторону, но сейчас ты перебьешь пацанов. Я что-то хотел сделать, но ладно. А, сохранится, да? Точно! Такая мелочь. Так, и хочу сказать, что пукановзрывание мое будет продолжаться уже в следующей серии, а пока что все. Переключайтесь на следующую, если вы смотрите это на YouTube. Ну а кто смотрит это в режиме реального времени, ну мало ли, то мы сейчас продолжим.